Блин, нет, он... Там мы сможем его вытолкать, давай, главное верить. Не, что-то он меня устал. Не Знаешь, вытолкнул. это обычные будни Попинать зомби? туристов. Обычные будни туристов на Баное. Или где, на каком этом острове. Я Отрубать руку. понятия не имею. Отрубать руку. Не, он буцается. Мне нужно новое оружие. А, так у меня оружие ломается из-за этого. Иди ты. Лол, я трупа просто бью. Кровушка, 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 Я кровушка. тоже в одно время почти сломал уже все. Так, Почему? давай, выполняй там задание, но заново их брать, нет? Да почему сиськи нельзя отламывать? Ладно. Да не знаю, у нас тут какое-то задание. Давай возьмем. Эти трупы начинают Так, трупы начинают протухать, что надо сделать? Пепел к пеплу. пропадать. А, пропадать. Ну, мне сказал протухать. Короче, принесите бензин с бензоколонки, чтобы сжечь трупы. Так, Сложно, пошли значит, везде очень задание сложно. возьмем. Конечно. У этого свечи взять надо. Главное основное задание не брать, потому что, как ты помнишь, если берешь основное задание, то нам говорят, типа, эй, ты взял основное задание, поэтому А я не нельзя знаю, где выполнить основное. дополнительное. Основное там... У нас основное задание не выполнено, ну, то есть не взято. Так, Короче, пошли. берем дополнительное и потом... Наверху там несколько есть дополнительных Нет, заданий. тут внизу три. А, вот одно задание есть прикольное. Там другой тип говорит. Я уже не помню, что он Ну, говорит. короче, в лазарете у нас зомби, надо их убить. Подожди, подожди, где ты делся вообще? Да я здесь снизу. За спутниковые тарелки мы поговорили уже, но сохранено как бы. Так, а ты иди. Да я снизу ломаю дверь. Увлекательное занятие. Тут зомби хватает. Проклятое место убежища. Что? Проклятое место убежища. Иди. Я тебя не вижу, где ты делся сейчас. Да снизу я. Я могу, конечно, паркур, но... Так, Бежать. Паркур! О, мать! Бля, ему уровень урона вообще не идет. А, у меня хрень сломалась. Понятно. Я нормально, кстати, спрыгнул. Да, ну как обычно, у меня только не получается. Так, я думаю, в чем прикол? У меня оружие сломалось. Она вообще Как урон не ты тебя найти, наносила. слышишь? Я не знаю, где ты. Да снизу я. Я тоже внизу, но я не знаю, по Ну ком. не настолько внизу. А ты знаешь, где? Не знаю, ну где-то там снизу, так что-то. Деньги забрал. Тут карта, мапка есть? Как посмотреть, где ты, гад, лазишь? Какой ты в жопе. Я не знаю, в какой ты жопе. А он зомби что-то жрет, что пойду его убью, что ли. Зайди назад в базу, и там я буду. Так, улучшение. Позволяет открывать замки. Ну, это интересно, но пока до него прокачаешься. Ладно, пойду поднимусь на базу. Но где ты, я тебе сильнее нужен. Да блин, внизу. Ну, не совсем внизу. Как тебе объяснить? Лол, вот. А, ну, возьмем. Видишь меня? Нет. Я вот открыл сетку. Помнишь, вот тут? А, ну вот. Молодец. Ну и вот он я. Заходишь направо и все. Тут у А, нас так еще. это не внизу даже. Ну как бы ты наверх просто видел, бежал. Да я был в самом низу, где водичка. Да? Ну я тут просто задание хочу набрать. Мужа Уилла, ля-ля-ля, раз уже взялись поблизости. Да-да-да-да-да. О, бутылочка. Поищите мужа Келли. Он около 180 метров ростом, ля-ля-ля-ля, дело семейное, все хорошо. Берем задание. Спорим, он труп. Я тебе верю. Хлеборезку нам дадут за выполнение задания, моя прелесть. Класс. Достаньте ожерелье Джинин в бунгало 6 в Серебряном районе. Я взял какую-то... Почему нет? Короче, какой-то вестник я взял. Берем задание, идем их выполнять Вот здесь какой-то я вестник взял, у тебя ты его, наверное, еще не взял. Подойди сюда. Подойди сюда. Сейчас, я тут набрал заданий, короче. Ну. Дополнительных. Вернись, ну. Да взял и задания все. Там как этот, тетрадка какая-то лежала. Она у меня исчезла. У тебя должна еще лежать. Да, у меня ну, ее уже нет. Нет? Я ее забрал, наверное. Короче, все, идем, брат. То есть, брат, выполнять кучу заданий. Сегодня у нас серия будет дополнительная, скажем так. Так, первое задание. Она слишком длинная, какие-то не получаются. Ладно. Неважно. Йоу!
Так, найдите саквояж медика-спасателя в машине скорой помощи. Погнали туда. Беги. Беги. 120 метров, побежали. Авто у нас пока нет, чтоб ехать потом будет, правда. Так, отдай. Как оружие выкидывать? Чё? А, выбрасывать? Не знаю. Наверное, просто выбросить. А, ну, ок. Нафиг. Так, что у меня тут еще есть? Самодельный секач. Давай. Что у нас здесь есть? Кидаться. Так, нам тут надо еще сейчас с машины эти фигни собирать, да? Насколько так, я подожди. Помню. Да-да-да, какую-то херню надо собирать. Свечи. Ну да, есть такое дело. Деталь машины. Я одно понять не могу. Так, подожди, где инвентарь? На И. Я ножик хочу выбрать. Эй. О, секач. Как его выбрать? Я до сих пор не прохавал. А, нажми двойной щелчок, а потом... Двойной щелчок на слот, который хочешь его поместить. А я понял, я буду секатором делать. Все-таки у меня спец по сушам. Опа, сун этот, кошелек. Кия. А, даже... Смотри, тут чувак как-то подозрительно сидит, тебе не кажется? Отойди. Кия! У меня в прыжке типа удар сильнее. Да? Такой навык, да. Да, на самом деле тут... На тебя под зад, козел. Лежать. Ой, где голова? У него деньги. Деньги в трусах. Так, надо хрень собрать, да, с машины? Я взял вроде. Ты взял тоже? Да. Здорово! Не так быстро. Ой. Ой, голова. Вот тут радио есть. Да, слышу. Кто хочет помочь, приходите, окей. А маяк какой-то. Ну это, не знаю, где это маяк. Да тут зомби. Кия! Ты ниндзя. О, с него выпала деревяшка. Отлично, всегда мечтал деревяшку. Лежать. Может тогда по-другому атаковать не надо, я не знаю, ну подожди, дай я почитаю. Инвертарь. Лучше мне навык, вот я взял. Просто атаки в прыжке носят больше урона. Все. Может как-то по-другому можно прыгать, как ниндзя, я не знаю. Типа, нет такого. Типа КИЯ! Нет такого, не? Ты свечи взял? Взял, зато можно делать 360. 360. 360. Очень убого видим. Хочешь посмотреть, как оно выглядит? Ну давай, покажи. Ну смотри. Ничего не происходит, да, такое впечатление? Ой. Парни, потише. Да он мертвый, что тебе говорит? Да не, вот этот парень большой какой-то, видишь? Ой, нифига себе, с одной тычки меня уложил. Ой. Я же говорю, сильный парень. Надо, наверное, в него кидаться чем-то или, не знаю, пинать. Сейчас, подожди. А ну, попробуй в него залететь. О, его это оглушило, ну, правда, ненадолго. А ну, еще раз залететь. Я промазал. Черт! Он меня прям в полете уложил. Ля, ты какой смелый пацан. Я что-то бежать не могу. Ой, так, я прохал фишку, надо вроде отходить от него. Ударил и отошел. Ой, у меня оружие сломалось, неожиданно, да? Поэтому я отойду и поменяю. Блин, я не всегда... Ой, что-то у меня хпшек мало. О, весло, у меня еще есть весла. Я все, тоже сейчас его... Все нормально. Я ему тоже сейчас его всякие слампы выкидываю. Ой, черт. Черт, все, я сдох. Так, всё. Что у нас еще осталось? Кажись, я откинулся, да. Сейчас заново будем грузить? Да или нет. Я могу что сделать? Да просто все нормально. Ой. Сейчас я откину, мне это не нравится. Лежать. Ой. А без головы он симпатичнее выглядит. Вон, тесачок, по-моему, кстати, лежит. Да это я его выкинул вроде бы. Ой, еще пацан встает. Хватит, у меня есть весло, парень. Лежать. Как она голову ему хорошо отрезает. Правда, я ничего не вижу, мне будет... Ой! Ой! Парни, тихо! Я ничего не вижу. Я понимаю, я там рэп-звезда с MB и все дела, но не на... до такой же степени подписи собирать надо. Там еще бежит чувак. Ля, их тут дофига, мы тут целое кладбище устроили. Я, к сожалению, ничего не вижу, у меня весь экран красный. А, у тебя там все плохо. Самодельный секач.
Ну, не знаю, пошли, найдешь все здоровье. Воу, 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 воу. Что еще, парень? А ну иди в баню. Ой. Лежать. А дай мой секач, слышишь? Оно, кстати, бывает, типа, когда бьешь, замедляет. Ну да, там небольшое замедление есть. Как они ужасно прыгают. Да, просто... да, это русская озвучка, господи. Да нет, нет, по виду, как будто они просто ноги поджимают и на месте стоят. А, да и озвучка говно. Так, я уже буду, наверное, сразу все трупы бусать, а то мало ли. Лежать. Ой, весло сломалось. Парень, парень, подожди, не поверишь, сломалось весло. Пять опыта. Ой, где он? Я ему руки отрезаю. Ну, у меня ключик хорошо работает. Ниндзя! Ой, не промазал. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут дофига зомби. Я, кстати, промазал. Ой, у меня выносливость закончилась. Ой, что-то вас... Это плохо. Ой, так, мы прибежали... Мне плохо. Мы к заданию прибежали. Ой-ой-ой. И да. Тут слишком как-то многовато, да? У меня жизни мало, поэтому я не стараюсь сильно не... Да, у меня как бы нормально жизни, у меня выносливость сдохла. Еще успеваю, надо ударить. Мне и сзади никто не подойдет. Ну, могут. О, кому-то убил. Блин, у нас еда была бы. Голову отрезает. Фу! Там что-то с него что-то выпало. Молоток. А, мой секатор. Да я молоток у кого-то забрал, так. Секатор и ножи, отлично. О, молоточек, нормально. Да, молоточком, кстати, неплохо. Ну, правда, я устаю с ним. Тебе только с молоточком похоже. Ну да, мне норм. Так, мусорки обшмонаем, как обычно. Так, что вот я детали нас... машины не могу подобрать? Вот я нажимаю, и ничего не происходит. Что, я забит или что? Или типа ты подобрал? Да, можно тревогу включить. Так, нам тут надо медикаменты забрать. Ага. Мне сразу хпшки поднялись. Требуется умение открывать замков. Наверное, ты уровень прокачал. Не, ничего не делал. А может быть уровень, сейчас проверю. Так, десяти саквояж. Нет, давай мою прелесть сделаем теперь. Сейчас, подожди. Так, а моя прелесть вон там находится. 96 метров. Ну, ты идешь? Сейчас, снижает расход. А я ниже не могу выбрать, что ли? Я могу смотри. Любой из навыков могу выбрать. Нет, только те, которые открыты. Которые яркие иконки. Те, которые иконки серенькие, те нельзя. Значит, надо предыдущие навыки. Надо предыдущие, значит, навыки купить. Я понял. О, новый уровень. А какого черта мне новый уровень дали? Испытание завершено. Светский лев. Что за светский лев? Где ты делся? Да я тут рядом. Валишь. Испытание. Что за светский лев? Где их посмотреть-то? Ладно. А, вот достижение. По-моему, я не туда пошел, и мне страшно. Странно. Да иди ко мне. Мы ж на задание бежали вроде. Я ж не знаю, где ты. Ой, тут слишком много да ребят. Да на мини-карту смотри, господи. Алло, ты куда? Да я убиваю тут, не знаю. Ладно, короче, я пошел на задание. А где оно? Ну, у меня оно отображается. Наверное, тебе его тоже надо выбрать. Блин, нифига себе, у него уровень третий, я его пинаю уже. Я в районе серебряных бунгало. Сколько его пинать можно, ну? Прыжки! Не получилось. Получилось. Да что ж такое, его убить не могу. Я ни одного пинаю уже полгода. Ну, пинками ты их далеко не убьешь. А? Пинками только оглушить можно. Да не руками его. Я говорю, пинками только оглушить можно. За ним в дверь какую-то ломятся, я не знаю. Не знаю, иди, в общем, ко мне. Ты далеко? Ну, показано в 90 метрах. Ты на мини-карту смотри, где я, и все. Зачем тебе мини-карта? Чтобы убивать зомби. Чтобы просто в правом нижнем углу что-то было.
Место что-то занимало. Меня подглючило. О, я нашел машину. И еще одно задание, походу. Да что такое? Мне подглючивается. Пожалуйста, помогите мне. Потом. Я выполняю задание. Нет. Надо что-то сделать. А голова, ты отрежешься или нет? Бежать. О. Я бы тебя топор сломаю, но убью. Ты где бегаешь, топор? Новый уровень, не знаю. А, блин, это за... За стенкой, это в доме. Так, пора выломывать двери. Черт! Тут машины... У них это, короче, руль с правой стороны. Я выломал двери какие-то, потом зашел. Не знаю, что ты сделал, но, короче, беги лучше на меня. Я в ванной какой-то, я не знаю. Я ничего тут не понимаю, пожалуйста. Ладно, бегу, где ты? Ну, понятия не имею, где ты? Вы нам поможете? Я где бассейн появился, помнишь, где мы здесь были? Я понял, только нафига ты туда пошел? Не знаю, но мне сейчас тут очень опасно. Отдохни. Я его пнул и убежал. Я от алкоголь до воду собираю, не знаю зачем. Смотреть точно не помешает. Ну пусть будет. О, ожерелье забрал. Моя прелесть, задание выполнено. Осталось только его отнести. Так, тут еще какое-то задание. О, наконец-то ты пришел. Тут, короче, чувак, которого укусили. Где, да? Да вот, давай его убью. Так. Мы мчались как безумные. Водитель был в шоке. Или что-то вроде. Потому что он бросился. Вот говно. Кажется, у меня началось то же самое. Отвезите Джессику, жену Роджера, к Джеймсу на маяк. Так маяк же захвачен. Не знаю. Спасибо. Или нет? Отведите ее к маяку. Ну погнали ее к маяку, оттарабаним. Она бейсбол. Ну, веди. Можно в тачку сесть? Ну да, нужно. Только ты поведешь? Да. Мне это страшно. Алло. Да не, выйди, лучше выйди. Лучше давай я поведу. Нет. Ты безумец. Все нормально. Ты безумец. Я не знаю, тут есть вообще дорога или нет. Куда ты поехал? На выход. Какой на выход? Нам надо отвезти эту женщину. Ой, тут трупы. Ну, так что с этой женщиной делать? Ой. Отвезти нам ее надо. Ну я ж не против, пусть везется. Да блин, ты там остановись, наверное, чтобы она залезла. Что ты делаешься? Ну тебя нафиг. Я вожу. Иди нафиг, вылези с машины. Оля, можно их сбивать. Ты сейчас задание просрешь. Да, ну ладно. Я вылажу. Не, я не могу вылезти. Ну я вылез. Ломай! Че, я их позбивал нормально. Неприлично раком стоять. Да ну, она будет садиться, интересно? Да, вроде садится. Подожди, да, я внутрь запрыгну. Ты там на заднее сиденье вроде можно, да? Чинить сиденье. Я не знаю. Блин, вот куда ты машину завез? Я просто бегу, блин, на самом деле. Чёрт! Вот что с машиной происходит, я не понимаю. Я ж тебе говорю, водить не так удобно ее. Нормально. Так, сейчас главное выехать как-то. Вот дорога, все. 160 метров, поехали. Привет, пацаны. Привет, пацаны. Во-во-во, она вообще какая-то неуправляемая. Иди ты. А дрифт... После НФС как-то вообще очень непривычно машины водить. А ну интересно, я могу кинуть в них меч? Не, не могу. Парни, пока. У меня есть новые очки. Черные или белые очки? Солнцезащитные? Пошути. Типа пошутил, да. Стараюсь. Сейчас, подожди. Дерьмовое управление машиной. Тут есть новая машина, можно ее разбить.
Спасибо. Так, самодельный обоюдоострый клинок какой-то, в общем. А мне даст на что-нибудь? Не знаю. А, да, у меня в сиськи торчит. Правда, я тебе говорю. О, у меня не хватает места. Ладно, выкинем. Ню. Чё, это слишком много всего в минуту. Так, иди за Колином. Ты там разбирайся. Стук во врата рая, какие-то моя прелесть. Сумка жизни мы сделали уже. Дела семейные. Поищите в алмазы бунгало мужа Килли. Ну-ка, где это? Да, запарил ты со своей машиной. Куда же я? Ох, а у него тут оружие есть. Бейсбольная бита, о! Надо будет бейсбольную биту с гвоздями сделать. Fuck yeah. Да прекрати ты со своей машиной тут. Ты что, Austin Powers? Что ты сделал? Что за сахарь? Я вожу. Я заметил. Припарковал. Запомни, мы ее оставили здесь, пошли. Да я вижу. Можно еще два слота, кстати, использовать под оружие. Так, давай, наверное, зайдем в башню, попробуем что-то модернизировать. Ну, судя по всему. Блин, это не ездит. А, ездит. Так, я куплю бейсбольную биту, я хочу сделать бейсбольную биту с гвоздями. Блин, а вот через забор как-то она не паркур. Так, тут у нас есть. Верстак, да, есть. Джеймс находится на вершине маяка. Иди к нему. А могу я на выехать во время езды? Блин, он нас не хочет пускать на склад, козел. Короче. Посмотрим, что у нас тут. О! Блин. Блин, теперь не выйти от этого маяка из-за твоей машины. Да все нормально. Ну да. Пришлось перепрыгивать. Но ты говоришь, не выйдет. Что тебе здесь надо? Поехали на маркер задания. Поехали. Черт. Я не знаю, почему ты за рулем? Я правда не знаю, где этот маркер. Ок. Говори налево, направо. Ля-ля-ля, ты подожди. Нет. Видишь теперь? Время не ждет. Синюю хрень видишь? Не очень. Но это не важно. Черт. Что ты сделал? И конечная. Понятно. Короче, предлагаю вернуться назад на базу. И поздавать задание. О, новый уровень. Тренировки это все. А ты говоришь поздавать задание? Зачем? Так, что у нас тут? Захват. Способность хватать ваших врагов. Может, это можно поланить в этой? Не, не сильно, а в этой. Не, лучше шанс крита полу. Мы сюда ехали, нет? Ой. Да тут нам вроде надо было что-то взять. Не дал? Затыкал. Вау. Тут нам надо что-то взять вроде. А ну-ка, давай проверим по заданиям. Пепел к пеплу. Да, тут надо что-то взять. Пойдет. Ну, наверное, бензин. Чисто из логики. Ну да. Вот там кто-то кричит. Сюда, мы здесь. Привет. Эй, ты кто? Вы, подойдите к двери. Сейчас я вам открою. Давай. Я сейчас кто-то выбежит. Да не, вот тут дверь открывает. Нормально. Да. Да. О, лопата. Да, мне нужен бензин. Электричества нет, а генератор стоит на складе. Короче, генератор ему включить надо. Можно туда, можно влезть по-другому. Попробуйте через крышу. Короче, валить на задний двор надо. Понятно, валим. И чтоб нас не заметили. И включи генератор. Короче, надо генератор включить, понял? Давай попробуем. Где это вообще? На заднем дворе, не знаю. Ну, наверное, сзади, где задний двор? Ну, идем на задний двор.
А что написано тут? Голливуд? Холидей? Холищит? Что здесь? Я не вижу. А ладно. Не знаю. Тут сундук, который я хочу взять. Так, тяжелый латунный кастет. Нахрена мне кастет, ну ладно. Тебе кастет нужен, а не мне. Там он мне как-то особо не очень нужен. Ужасно прыгает, просто ужасно. Да, движок немного не доработали. Так, а что у нас тут? Ну что, здесь красиво это играет. И то местами она не особо. И то она просто как картиночная. Что-то не пойму, где задний двор? Мы вроде уже бежали по кругу. Генератор где-нибудь видишь? Где вот провода идут? Давай так. Наверное, вот здесь зайти надо. А как сюда зайти? Да, наш туда зайти, наверное. Куда зайти? Сейчас. Эть! А, вот, тут есть выход. Как ты сюда зашел? Зайди туда, где чуваки сидят, и там дверь будет задняя. А, да? Да. Оказывается, все так просто. И тут есть лесенка наверх. Ой, по-моему, тебя услышали, и кто-то очень опасный. Да ничего такого не слышу. Ну, у меня показала какая-то иконка и... Я тут вижу энергетический напиток. Давай, давай. Ты включил генератор? Нет, я не знаю, где он. Тут ящик какой-то есть. Я на крышу залез. Ящик. Он какой-то тип стоит. А вот тут где-то. Вот тут генератор где-то снизу. Но только там темно и страшно. Не знаю, вроде никого нет. Не, есть вон. Вон один, вон второй. Там сзади него зато шмотки классные валяются. Ага, все. А ну подожди, подожди, подожди. Подожди, отойди. Коробочками будешь в него кидаться, давай. Ну, во-первых, нам тут аж вылезти надо. Там мы, наверное, вылезем, там, наверное, дверь будет. На тебе. Ого, здоровый парень. Кидаем в него. Сейчас еще одну коробку кину. В него только целься. А где он? Так, а ну иди он сюда. Он орёт. Ну... Не очень ты кинул. Ну да. Кия! Ого, 97. Там, ну иди сюда, ублюдок. Ой, я немножко упал. Что-то он тебя сильно очень больно. Я бьет. Тоже упал. Ой, я опять упал. У меня Z на ярость какая-то. Да, есть такая фигня. Блин, я опять упал. Там сзади него кто-то еще. Блин, да? Я опять упал. Там какой-то слишком сильный. Ударяет, ходи, ну все, ему последний удар остался. Есть, добили. Ого, опыта. Так, забираем деньги. Так, хватит тут кидаться. Вот там еще пацан. Ты еще опыта, ничего себе. Нехило, да, да, согласен. Так, тут хавка есть, а то мне что-то поплохело. Ох, тут сундуков. Так, канистры, нафиг канистры. Если у тебя места не хватает, он автоматически меняет вещь. То есть я ту выкидываю, которая у тебя предыдущая. О, жрачка, жрачка, жрачка. Мне канистру тоже взять? Попробуй. Ну я взял. Так, лопата. Что-то надо сделать. Включить, наверное, сначала что-то надо. Ой, тут зомби. Где? Сейчас. Надо взять орудие убийства. Накидался. Да тут они валяются тупо, блин. Я не понимаю, в кайф что ли валяться? А что у него торчит? Не знаю. Деревянная. О, доска. Тут и еда есть. Так, включить. Засов. А, его удерживать надо. Так, давай нагрузим канистры машину. Можно же их грузить? Да, можно 4 канистры в машину положить, давай. Нагрузим. Это закидывать? Да, только они пустые. Может потом надо их наполнить чем-то, не знаю, тогда я пройду. Чем-то, блин, мочой что ли? Вряд ли мочой, но посмотрим. Может и мочой. Там нарисовано... Ого! Ну сюда, возьми канистру, иди сюда, у тебя появляется рука, типа, наполни. С
Зайдите в баню. Давай наполняй их, ими займусь. Я у него магнит какой-то взял, слышишь? Зомби с магнитом. Так, где у нас тут? А, вон, ее надо поставить. А кто там орёт? Наполнить канистру. Блин, тут надо еще удержать кнопку, ну в чем прикол? Вот зомби бегут, кажись. Так, канистра с бензином. Канистра с бензином, канистра с бензином. А как мне Z нажимать, чтобы им... Чтобы что? А как чтобы заполнить желтую полоску до максимума? Желтая полоска — это вроде полоска опыта. А как мне Z использовать тогда? Не знаю. Я Z зажал, но ничего не происходит. Ну ладно. Наверное, надо подождать, пока она заполнится, не знаю. Ну а что, вроде канистра с бензином есть, типа, а теперь все. Мы уж и не знали, скажи чувакам. Да, вроде все. Может, еще канистры наберем? Да нет, вроде не надо больше. Ну, ладно. Теперь подожди. Написано, что надо назад все тарабанить. Сейчас, подожди, да, я что-нибудь выкину. Типа. Как выкидывать, кстати? Не знаю, правой кнопкой выкидывай. Да нет, ну что мне каждый предмет брать, что ли? А, ну тогда там есть снизу бросить. Выбери предмет и нажми бросить. А, есть. Давай, доедем до базы и завершим серию. Я спать вообще пойду. Сейчас. Давай! Сигналить можно? Ну, ты где? Из амфлама она бросала. Я сижу. Ехали. Там я зайду в инвентарь и буду выбрасывать. Прям с машины такой, знаешь, так динь-динь-динь. У меня есть провоз, два магнита. Для чего? Лимонный сок. Так, стоп. Большая батарея. Что это? Что-то можно делать? Что-то типа улучшать? Не знаю, не знаю. Так, маршрут. Тебе нужен здоровый молот? Наверное, но потом. Ладно. Я сейчас как бы занят, и я вожу. Блин. А можно стекло как-то? Да, да, да. Правильно. Чувак меня стекло выбил. Красавец. Ну да, выбивает сам. Очень полезно. Блин. Вождение тут какашка. И... Оно, наверное, здесь для галочки сделано было. Типа, вот смотри, можно на машине ездить и зомби сбивать. Тут машина самая убогая, что здесь есть. Блин, управление очень коряво сделано. Ну, может быть, я не знаю, очень реалистично. Спасибо разработчикам за то, что хоть добавили машины сюда. А то они могли вообще сказать, не-не-не, пешочком. Разработчики, отдай ему бутылку. Да черт, куда я сел? Канистру. Канистра с... не знаю. С алкоголем. А ну подойди сюда. Ты подпалить меня хочешь? Да не, нам просто надо подойти сказать и задание выполнится. Спасибо. Да не за что. Какая милая сцена. Шашлычки что ли на природе? Он плачет? Я не знаю. Он фейспалм, кажется, делает. Чего он плачет? Тут уже непонятно что. Ну может там, не знаю, сосед его был, который не заплатил за квартплату или за еще что-то. Задание завершено, может тут где-то у кого-то награду взять? А, вот детали машины чуваку принести. Что ты мне дашь? Да, пропусти. А, он машину, наверное, сделает сейчас. И? Чё? Прекрасная работа, и? Давай-ка глянем, что тут у нас. Чё-то незаметно, что было, это была прекрасная работа. Но мне сказал прекрасная работа. Ну мне тоже. Ладно, тут наверху есть выполненное задание где-то. А мы спутниками что-то сделали? Спутниками и тарелками. Не знаю, что это вообще такое. Нет, не сделали мы ничего спутниками и тарелками. А надо бы. Что это у него? Херовый отпуск, да? Херовый отпуск, да. Он что-то еще предлагает задание брать. Да бери, потом будем выполнять. Так, у меня есть коктейль молотов. Делаем те, что я знал. Орать, о.
Так, где верстак? Я хотел сделать бейсбольную биту с гвоздями. А сколько бейсбольных... Ой, бейсбольных бит. Сколько... Сколько бейсбольных бит? Нет, коктейли Молотова. Одна штука? Или его можно кидать сколько угодно? Не знаю. Мод-потрошитель, мод-гвозди. Потрошитель, что это? Болгарка, мотор, миссия, супероружие для ближнего боя. Давай, сделай. А ты где вообще, слышишь? Я на верстаке делаю бейсбольная бита, потрошитель. Дай достижение. А я что-то улучшить не могу? Ого, ля, что у меня в руках? Че? Ля. Это а ж... вот для чего батарейки нужны были? Это ж херова бензопила из Borderlands у доктора Зеда. А как мне улучшить что-нибудь? Ну, починить там, могу, улучшить. Модернизировать там, наверное, можно. Тут ладно. Починить только написано. А там рядом модернизировать есть. В общем, серию надо заканчивать уже. О, Dead Island написано. Циферками. А ничего не могу модернизировать. Ды-ды-ды-ды-ды. Ды-ды-ды-ды.